В Орловском регионе отремонтировали еще один участок федеральной трассы. Максимальная пропускная способность дороги увеличится до 60 тысяч машин в сутки. Ранее здесь могли проезжать лишь 15 тысяч авто. В порядок привели 6-километровый участок автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов. Эта трасса – одна из главных транспортных артерий ЦФО и служит для транзита транспорта Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, а также обеспечивает доступ к областным центрам с магистралей М4 Дон и М6 Каспий. Таковы официальные данные. Для жителей поселков Куликовский, телецентр, Малая Куликовка, села Грачевка оборудовали 10 автобусных остановок, пешеходные тротуары с перильным ограждением. Две полосы движения у нас по второй километр, и со второго по шестой 4 полосы движения. Значит, на участке устроено искусственное электроосвещение, барьерное ограждение в рамках безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения. Устроено осевое барьерное ограждение для разделения потоков. Хочу благодарить, пользуясь этой возможностью, управление автомобильной магистрали Москва-Харьков, Федерального дорожного агентства, а также компанию «Строймагистраль» за качественный ремонт, проведенный со значительным опережением графика и минимальными неудобствами для водителей и местных жителей. За последние годы в нашем регионе построили и отремонтировали более 1200 километров дорог. Более чем вдвое выросли вложения в дорожное строительство.